Сегодня говорим о сказках и не только, тем более, что вчера в Новосибирске открылся фестиваль, посвященный детской литературе. Студия Алина Маслова и Михаил Кириллов, и в гостях у нас Анастасия Макаревич, координатор 4-го регионального фестиваля детской книги, Антон Метельков, поэт, куратор культурной программы фестиваля «Книжная Сибирь», и Илья Кузнецов, литератор, доктор филологических наук, профессор Новосибирского государственного театрального института. Здравствуйте. Доброе утро, наши дорогие гости. Правильно ли мы понимаем, что на фестивале, посвященный детским книгам, можно просто прийти, купить книги детские и уйти? И все. Ну, наверное, это все-таки не так. Это называется магазин. Ну, это может фестиваль, когда просто много книг, и можно купить. Там большая программа. Давайте, расскажите, где остаться. Во-первых, мы вчера уже открылись. Да, мы поздравляем с открытием, все хорошо прошло. Спасибо большое, да. Вчера мы уже открыли свой фестиваль, состоялся уже ряд встреч с нашими дорогими, уважаемыми гостями. Это, например, и Ольга Посух, где мы вместе иллюстрировали и создавали свои истории, да. Это и Ася Кравченко, город Москва. Это и Мария Дубяковская, и Алексей Ерошин из города Новосибирска. И сегодня будет тоже не менее насыщенная программа, чем вчерашний день. Ну вот наши зрители наверняка не знают, где это все происходит. Давайте прям расскажем от и до. Со скольки часов, до скольки, куда нужно прийти, что с собой взять, нужны ли деньги, опять-таки, там, не знаю, может быть, паек с собой сухой, потому что фестиваль дело большое. Да. Деньги в любом случае нужны. Нужны деньги, да? Бутерброд хорошо бы взять, чтобы на весь день пойти. Ну, можно палатку взять, поставить возле ГПНТБ, где все это происходит. Вы сейчас серьезно говорите? Мы же серьезно все это воспринимаем. Палатки. Несколько дней, конечно. Фестиваль же не один день. И фестиваль глобальный. В рамках фестиваля «Книжная Сибирь» это все затеяно. То есть там и взрослые писатели участвуют в детской программе, и детские писатели во взрослой программе. И все друг с другом знакомятся, дружат. Писатели с читателями, читатели с писателями. Дети со взрослыми, взрослые с детьми, бабушки с дедушками, а дедушки с бабушками. Но как это все происходит? То есть определенное время, там назначена встреча, вот приходят читатели, там мамы с детьми. Куда идти? Сидит писатель, рассказывает: я такой-то писатель, значит, я написал такую-то книжку, возьмите, получите, распишитесь. Так это все происходит? У нас есть большая программа на самом деле. С 12 по 14 сентября в Государственной публичной научно-технической библиотеке по адресу Восход 15 проходит наш фестиваль. Есть программа, как я уже сказала. С этой программой можно ознакомиться на сайте. А мы можем ее показать. Вот. Ну, это красиво, конечно, очень. Да, но ничего не видно. Мы воспринимаем на слух лучше. Да. А можно зайти на сайт Новосибирской областной детской библиотеки в разделе «Фестиваль», посмотреть и скачать себе эту программу, отметить те встречи с писателями, которые вам наиболее интересны, и прийти. Все время проведения фестиваля с 10 до 8 часов сегодня и завтра с 10 до 5 часов. Ну и фестиваля, собственно, есть сайт, фестиваль «Книжная Сибирь», bibliosib.ru, есть сайт, где вся программа, и в том числе детская программа, программа детского фестиваля. Там можно по тегам перейти к нужным вам мероприятиям. Детские мероприятия, профессиональные мероприятия, культурные мероприятия, некультурные мероприятия, все на любителя. Некультурные особенно нравятся. Некультурные мероприятия. А, чтобы захотелось зайти на сайт и посмотреть программу, нужно понимать, зачем мне это надо. Что там будет? Вот там будет. Вы любите читать? Нет. Он нет. Тогда идите к нам на фестиваль, и вы полюбите. А если бы я сказал да, тогда идите к нам на фестиваль. Ну, подождите, все-таки это больше для детей? Фестиваль детский, соответственно, да. Это дети, это их мамы, папы, это их бабушки и дедушки, с которыми они могут прийти. Это учителя, это руководители детского чтения. Мы всех приглашаем, мы всех ждем именно здесь, на этом фестивале. Что там будет, собственно? Детская сцена, где состоятся встречи с детскими писателями, новосибирскими, московскими, рубцовскими, Ленинград, Санкт-Петербург и другие. Это первый момент. Второй момент – это игровая площадка, где у нас будут проходить викторины литературные, игры литературные. Собственно, там всех ждем. Можно выиграть призы? Призы можно. Хорошо. Самое главное, что там будет много мероприятий интерактивного характера. То есть таких мероприятий, где дети сами учатся. Антон решил создавать, что-то писать, участвовать. То есть вы будете учить детей писать? Вот непосредственно у меня будет проходить мастер-класс «Как сочинить сказку». А как сочинить сказку? Ну-ка, расскажите. Как сочинить сказку? А вот приходите, я вам расскажу. Нет, вы нам сейчас расскажите. Она же не ребенок. Вот именно. Коротко могу сказать, что есть закон. Есть такие схемы, которые существуют тысячелетиями. Сказка – это же ведь жанр очень старый. С самых древних времен мама, укладывая ребенка спать, поднимая его, ему рассказывает сказку. Сказка помогает вообще понять, что я делаю в этом мире, да? Как он устроен, этот мир, и как мне готовиться к жизни в нем. Вот эти принципы строения сказки, они уложились в законы строения сюжета. Эти законы формализованы современными учеными, и на основе их
можно создавать самостоятельно сказки. То есть ученые придумали, как писать сказки? Да, ученые не придумали, ученые поняли, как это делать. Догадались, наконец-то. Догадались. Молодцы, и теперь на основе этих знаний мы можем делать практические занятия. Что, собственно говоря, я и провожу. Ну вот я, сейчас Михаил смотрит, я написал свою сказку, видите, сказка о новом богатыре. Да, ее мой друг, подмосковный художник Сергей Рачков, очень богато иллюстрировал. Я не собираюсь ее живо рекламировать там на этой почему ярмарке. Же? Вот я хочу привести ее в пример и, отталкиваясь от нее, показать детям другим, как можно самим сказочный текст выстроить, потому что вот этот текст построен именно на основе такой знакомой и узнаваемой готовой схемы. Тут же еще и стихотворение. Ну, она стихотворная. Да. А сказки могут придумывать только люди, у которых богатая фантазия? Или вообще, вот, например, Миша тоже развивает фантазию. То есть, когда человек придумывает сказку, его воображение начинает работать. В чем, собственно говоря, моя задача, как ведущего этого мастер-класса, заключается? Чтобы сегодняшняя девочка, а завтрашняя мама... Она своему ребенку на ночь не телевизор включала, который дает ему готовую картинку. А говорит, чтобы она ему сама напиши, нет, сама чтобы она сама ему рассказала сказку, чтобы она сама стала воображать, чтобы ее воображение работало. А если у нее воображение будет работать, то у ребенка ее тоже воображение будет работать. А почему это лучше, чем живая картинка? Потому что живая картинка – это готово. Это, понимаете, это та особенность современной культуры, которая не дает нам, собственно говоря, двигаться. Мы существуем в обществе потребления, которое предполагает, что тебе все дается. А чтение и творчество – это же духовный труд. Как книгу прочитать, это значит заставить себя соучаствовать в творческом акте вместе с автором. Так и сочинить какое-то свое произведение, тем более это духовный труд. Вот этого нам не хватает. И к этому, собственно говоря, ну вот мое участие в этом фестивале, мой мастер-класс подталкивает детей и взрослых, потому что там будут и дети, и взрослые. Ну, собственно, если вы хотите принять участие в этом мастер-классе, то мы вас ждем 14 сентября. Илья Владимирович всех с удовольствием научит. А скажите, как писать сказки? Вообще идея фестиваля заключается в том, что у нас все плохо с детской литературой, дети не читают, поэтому мы решили хоть как-то привлечь внимание людей. Или наоборот похвастаться, что нет, очень классно, посмотрите, как много всего, мы впереди планеты всей, мы по-прежнему самая читающая нация в мире и так далее. Знаете, подобное. Есть несколько стереотипов, которые нужно сразу же, наверное, отринуть. Первое. Вот в массовом сознании существует такое представление, что СССР был самой читающей страной в мире, а сейчас все плохо. Гаджеты. СССР не был такой уж замечательно читающей страной, потому что читалась массовая литература, читались производственные романы, соцреализм. То, что сказали читать, то и читали. Да. А подлинное чтение художественной литературы, этим занимались единицы. Вспомните свою школьную учебу. Многие ли в вашем классе полностью прочитывали школьную программу? Абсолютно точно нет. Вот это было тогда, это есть сейчас. Вы знаете, учителя, которые работают с детьми по многу десятилетий, которые учили в советской школе в 90-е годы и продолжают учить сейчас, они говорят, что читающих детей, они были всегда, но их никогда не было много. И более того, совсем лишь единицы читали хорошие книги. Поэтому наша задача как раз вот сориентировать в книжном мире и помочь и взрослым, и молодым читателям найти именно хорошую художественную литературу, которая помогает понять человеку свое место в мире, а не просто развлекает его. Вот, а как понять, что книга хорошая? Да, я тоже... Еще вот раз говорю... хорошая книга, которую сейчас Миша держит в руках, ее можно рекламировать? Или лучше выбрать. Раз она попала на фестиваль, значит хорошая, безусловно. Миша, вот как оценивается. Прочитай, пожалуйста, что-нибудь хорошего из этой книги. Вот о чем она, давайте, расскажите. Ну, я вижу бородатого мужика. Ну, вот сразу видно, что все хорошо. Это автор книги, кстати. Хорошие книги. Изображенные детьми. Я какой-то еретик, словно Мартин Лютер Кинг. Знаете, есть секрет, называется «Скелет». Вот, прекрасная литература, мне кажется, человек можно есть секрет, читать. Называется «Скелет». Или, например, кто-то пальцем в небо тыкал, вкыл и выкал, вкыл и выкал. Это Герман Лукомников, московский поэт, который участвует и во взрослой программе, и в детской, наш большой друг, большой знаток и ценитель литературы вообще, и сибирской литературы в частности. Он бывал в Новосибирске еще в конце 80-х, приезжая в гости сюда к Янке Дягилевой, небезызвестной. Вот, и знает местную среду, и вот мы его позвали нынче, он будет массу
совершенно разных мероприятий проводить, уже провел частично детям, читает стихи взрослым, ну и всем остальным. О других участниках фестиваля узнаем чуть позже. После небольшого информационного блока. Продолжаем нашу беседу не только про детскую литературу, но и про взрослую, тем более, что, как мы выяснили, детский фестиваль, он же во взрослом фестивале. В общем, все очень сложно, давайте пояснять. На самом деле, не только дети могут научиться. Давайте начнем с пояснения. Это, я так понимаю, ваше произведение. Ну, частично. Частично. Буковки мои, а картиночки нет. Дочь меня превратила в грушу, уселась внизу и слушает, как с груши падает яблочный дождь, вечно у нее что-то не так идет. Прекрасные стихи, я считаю. Знаете, мне столько их расшифровок дали, умные люди на семинарах, на различных редакторах журналов говорят, груша, это же значит, она тебя колотила, и у тебя слезы потекли. Я говорю, нифига себе. А мы просто играли, что я дерево, но у нее, видите, у нее все непутевое, и чудеса у нее получаются неправильные. Она в грушу превратилась, у меня яблоки падают. Да. Стихи об этом. Сколько груш вы съели, прежде чем написать вот это произведение? Нет, вот здесь груши одним не обошлось, здесь, в общем. Мы поняли. Масса источников вдохновения. Я, кстати, вот про написание сказки могу рассказать, как вот эта девушка, которая это стихотворение, которое зовут Варвара Антон, написала сказки. У нее была волшебная табуреточка такая в детстве, она совсем маленькая была. Так. Она садилась на нее, сочиняла сказку. Иногда это просто она хватала со всех сторон какие-то штуки, а иногда получались чудесные сюжеты. Вот один из моих любимых сюжетов, когда медведь потерял свою шапку, там поселились зайчата. А потом он нашел ее, надел на голову, а зайчата давай его щекотать, он бежит, ничего понять не может. Бежит, тут гора перед ним. Он хочет на гору залезть, но идет дождь, он с горы соскальзывает. И тогда медведь нашел очень изящное решение. Он нашел реку, которая течет на вершину этой горы, прыгнул в эту реку, его течением вынесло на вершину горы. Вот такая сказка. Это придумала ваша дочь? Да. Сюжет какая из прелесть. Фильма «Выживший», по-моему. Слушайте, ну давайте все-таки пообщаемся еще по поводу литературы взрослой. Расскажите, то есть взрослые люди тоже могут найти что-то свое в вашем фестивале. Что? Да, как Антон уже сказал, проходит в это же время на этой же площадке, то есть в ГПНТБ «Восход-15». Международный фестиваль «Книжная Сибирь» и наш детский фестиваль является частью тоже этой большой истории. Ну и, собственно, о том, какие писатели туда приезжают, наверное, ряд подробнее авторов, Антона. Да, ряд авторов участвует и во взрослой, и в детской программе. Герман Луковников, как я уже сказал, Денис Драгунский. Возможно, вы слышали это имя по книге «Денискины рассказы», которая написана про него. И, как я недавно узнал, Денис Драгунский был сценаристом фильмов о себе, снятых в 70-е годы, уже после смерти Виктора Драгунского. Это сейчас известный прозаик, колумнист и так далее. И вот он приедет к нам вместе с Еленой Шубиной. Елена Шубина – это самый главный издатель интеллектуальной литературы у нас в стране. Все интеллектуальные бестселлеры, лауреаты всех премий, 99% выходят у него в издательстве. Так. И часто вот Денис Драгунский. С ней тоже ряд мероприятий у нас на фестивале. Вот, это такие хедлайнеры. Один из хедлайнеров фестиваля – Томаш Гланс. Это чешский ученый, который живет в городе Цюрихе и там же работает, занимается славистикой. То есть изучает русскую культуру, русскую литературу. И, кстати, вот Гланс, так же как Луковников, поучаствовал в судьбе Янки Дягилевой, дома Янки Дягилевой, о чем я уже сказал. Вчера была в музее Новосибирская дискуссия, и дело в том, что у Томаша Гланса, например, в городе Цюрихе одна его студентка писала диплом по Янке Дягилевой. И вообще масса какой-то культуры, вот он занимается восточноевропейским андеграундом, и все об этом знает, он всячески это дело поддерживает. И вот наши друзья приехали и пытаются нам объяснить, что нужно сохранить дом Янки Дягилевой, поскольку вот не так уж много культурного слоя в городе Новосибирске за 100 лет накопилось. И тем более, что это единственный, возможно, шанс для нашего города, шанс для нашей страны такого рода, поскольку все деятели культуры 20-го, 21-го века, большинство жило в квартирах, где-то еще, ну кто угодно, даже если тот же слой культурный взять, к которому относилась Янка, там Егор Летов, Башлачев, Гребенчков, это все квартиры, а у нас есть дом. Такого шанса нет ни у кого в России сделать такую культурную резиденцию, или дом-музей, или какое-то арт-пространство. И вот, как всегда, приходят наши друзья из-за рубежа и пытаются нам это объяснить. Ну, классно. Мы ждем их, чтобы они нам это объяснили. Прекрасно. А вообще, давайте сказали, если мы про Елену Шубину, да, что она приезжает, уже был разговор о том, что у нас есть современная детская проза, и в том числе Гузель Яхина, да, со своей известной книгой «Нашумевшей». Если говорить о том, насколько вот она значима и сейчас интересна, можно было бы спросить у Ильи Владимировича, да, его именно мнение о Гузель том, Яхина, как... очень талантливая писательница, безусловно, и ее книга «Зулейха открывает глаза» – это значительное произведение. Второй роман ее «Дети мои», он, может быть, несколько поспешно послабее, был, да? Поспешно был написан, поспешно выпущен в печать, наверное. А первый роман очень удачный, и то, что он сейчас занимает ведущие рейтинги в книжных продажах и библиотеках – это вполне закономерно.
важно. Вообще, вот, да, не можем вас не спросить, раз вы такой человек у нас сегодня в гостях, хотелось бы, чтобы вы, человек, знающий литературу, посоветовали нам и нашим зрителям топ-5 книг, которые каждый человек обязательно должен прочитать, потому что это потрясающее произведение в нашей русской литературе. Давайте. Ну, вы знаете, это немножко напоминает рекламу. Я рекламой заниматься не хочу. Но вы знаете, буквально вчера я получил свежий номер журнала «Вопросы литературы». Так. И здесь исследователь Станислав Секретов провел рейтинг библиотечных спроса в библиотеках всего города Москвы. Так. Что он выяснил? На протяжении 3 последних лет десятку самых читаемых книг в библиотеках столицы не покидают романы «Лавр» и «Авиатор» Евгения Водолазкина. И я двумя руками подтверждаю, что это действительно одни из самых значительных книг на сегодня. Их, безусловно, стоит прочитать. А также «Зулейха открывает глаза Гузели Яхиной». Вот и все. Вот три книги. Но это, конечно, не все. Есть много других хороших книг. А вообще говорить, если о детской литературе, то в Москве, в Московской библиотеке детской имени Гайдара, каждый год они выпускают топ-100 детских книг, которые, собственно, рекомендованы к прочтению за этот год. Соответственно, за 2019 год, если зайти на сайт этой библиотеки, можно скачать себе этот список и по списку читать вместе со своими детьми. А правильно ли читать по спискам, сформулированным кем-то? Или нужно как-то... Как правильно читать вообще книги? Как конечно, искать свою литературу? Конечно, круг чтения прежде всего формируется из твоего окружения. То есть есть люди, которые в своем кругу известны как опытные читатели, как люди, знающие литературу, на мнение которых мы годами и десятилетиями ориентируемся. Вот Ася Кравченко, которая приехала к нам на фестиваль, есть такая девушка, ее зовут Валерия Мордачева или ныне Мартьянова. Она какое-то время жила в Новосибирске, и она довольно хороший поэт, но она известна как один из топовых блогеров, пишущих о детской литературе. И, собственно, она однажды на какой-то, по-моему, московской ярмарке, а может быть, новосибирской, которая был фестиваль «Другие книги», посоветовала мне книгу Аси Кравченко для моей дочки там, про лошадь. И я с удовольствием прислушался к ее совету. Дочка у меня ее просто прочла буквально за полдня, эту книжку. Да, но при всем при том, я хотел бы добавить, что читая современную литературу, качественную литературу, художественную литературу, а не массовую беллетристику, необходимо знать при этом и иметь в памяти опыт русской классики. Потому что настоящая современная художественная литература так или иначе всегда на опыте классики опирается. И читатель продвинутый, как сегодня говорят, читатель компетентный, опытный, читатель, который хочет глубоко понимать литературу, он должен знать и классическое наследие, и следить за тем, что происходит сегодня. Поэтому опыт классики, конечно, неустранен. Какая у вас любимая книга? У меня? Да. Моя любимая книга из детства именно, и детская, это Тутта Ларсен, «Первая и единственная», и «Людвиг XIV». То есть это моя любимая книга. Кстати говоря, ее поставил «Глобус». И сейчас можно эту постановку посмотреть. Если уже говорили про театры, то сегодня мы всех приглашаем на наш региональный детский фестиваль, чтобы послушать Анастасию Неупокоеву, которая из театра Афанасьева. Она будет читать нам замечательное произведение Нарине Абгарян «Манюня». Я думаю, каждый уйдет оттуда в прекрасном настроении. Буквально на днях был 90-летний юбилей очень большого детского писателя, который, к сожалению, малоизвестен. Виктор Голявкин. Ленинградский писатель, мне кажется, один из лучших детских писателей, работавших в советское время. 90 лет со дня его рождения. И, ну, вообще, конечно, ленинградская школа – это чудо чудес. Начинает от Бриутов, Хармса, Олейникова, Веденского, через Олега Григорьева, например, да, который... есть 2 секунды прочесть Олега Григорьева? «Если вы на качели сели, а качели вас не качали, если стали крутиться качели, и вы скачели и упали, значит, вы сели не на качели, это ясно. Значит, вы сели на карусели, ну и прекрасно». Вот. И к современным авторам, ну, мне кажется, 2 ключевых автора, это из ныне живых, это Сергей Седов, мне кажется, «История про мальчика Лешу», «Сказки о мальчика Леше», про мальчика Лешу, и Олег Кургузов, мне кажется, это очень большой автор, к сожалению, покинувший этот мир. Илья, ну, вы знаете, я думаю, что чтение художественной литературы, оно тоже предполагает, во-первых, определенную культуру. То есть это культура, которая воспитывается годами. Настоящий читатель – это тот, кто читает почти с рождения и постоянно. И, во-вторых, подлинное, глубокое, осознанное чтение – это, ну, не побоюсь сказать, все-таки удел немногих.
Точно берите так пример же, у знающих точно людей. Так же, как не все играют прекрасно в футбол, так же... Абсолютно так же. Приглашаем всех на фестиваль, он уже идет. Напоминаю, что у нас в гостях были Анастасия Макаревич, координатор 4-го регионального фестиваля детской книги, Антон Метельков, поэт, куратор культурной программы фестиваля «Книжная Сибирь», и Илья Кузнецов, литератор, доктор филологических наук, профессор Новосибирского государственного театрального института. Спасибо.